Картофель убрано. Теперь нужно убрать сорняки и подготовить землю к посеву горчицы. А убирать я буду тремя лапами от культиватора. Отрегулировал одним касанием до земли. И опорные колеса войдут в колею трактора и на такую глубину будут углубляться лапы, ну, на пару сантиметров. И так сверху попробую убирать эти сорняки. Не получается, надо еще опустить опорные колеса, чтобы лапы вообще не уходили в землю. Земля мокрая, поэтому не получается. Тащит и сорняк, и землю тащит, и забивается все.
Получилось, убрал, но тяжеловато, мокро после дождя, но ждать сухой погоды нельзя, надо засеять горчицей, пока земля подходящая. Ну, теперь нужно заглубить культиваторы и скультивировать этот участок. Есть культиватор. Ну а теперь фреза, а затем сеять. Ну вот и все, засеял, фрезой заделал семена. На все это ушло, наверное, где-то 3 часа, точно не знаю, а так приблизительно. Всем удачи!